Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Вуди, Энтер, и мы сегодня будем делать обзор на карту Баготик. Да, офигенная карта. Да, карта просто огонь. Это варкап под номером уже 183. Скоро приближаемся к юбилейному 200-му. Интересно, что за карта там будет. Проходил он с 9 по 16 июля. Как раз вот он буквально вчера закончился, и у нас уже есть результаты, и мы пишем для вас обзор. Но вы не смотрите то, что здесь текстуры чуть-чуть отличаются, у меня просто стоит... Просто интерчитер, как всегда. Да, но у меня стоит пак на крутые текстуры, вот, поэтому... Не знаю, может как-нибудь надо будет ссылку на него дать куда-нибудь там в описании или еще куда. Который просто меняет все дефолтные текстуры, большинство из них, на чуть больше хорошего разрешения. Вот. Вот. Ладно. Давай, показывай, да. Что тут. Ну, появляемся мы в туннельчике. Идти нам явно прямо. Рампа-рампа. И замки. Замки, елочки, костры. Костерчики. По всему можно прыгать, пеньки тут, Angry Beavers, домики. Так, и тут у нас плазмопатроны, да. Не дают нам пока плазму и окошко, в котором можно пролететь. И видим мы дальше, что есть Red и Mega. Пока вообще конкретно ничего не ясно. У нас вокруг замок, замок, замок. Как будто джампад должен быть, да? Ну, у меня здесь какие-то трубы нарисованы. Ну, у меня тоже. А так у меня, поди, твой пак стоит какой-нибудь. Да, честно, не знаю. Да нет, там... Я не уверен, короче. Тут у нас рампы. И... Можно залезть. Да, можно залезть и прыгать, значит, по стене. Непонятно, выгодно ли это будет или нет. Но куда-то туда, если можно допрыгнуть, вот там зеленые окна. Если можно допрыгнуть, то это очень-очень круто. А так, ну, пока ничего особо такого не дает. Тут у нас все в рампочках, которые можно словить, можно набрать много скорости. Да, можно не ловить. Да, видим мы окошко и развилка. Ну, развилка, я так понимаю, просто по кругу. Ну, центральная для ВК-3, как я понимаю, да, вот эта вот дырочка. А по бокам для CPM, чтобы можно было скорость не терять, попадая в эту дырочку маленькую. Угу. У меня музыка заиграла. А, ну у меня амбиент выключен, наверное. Амбиент 1. Пройди еще раз. А, после рестарта. Ладно. Угу. После вид рестарта или... А, не знаю. Сейчас я вид рестарта сделаю. Угу. О, музыка играет. Прикольно. Откуда она доносится? А откуда-то вот. Правее. Справа. Ага. Здесь это... над тобой где-то. Где-то тут, да. Залезь туда. Куда? Туда? Где-то здесь играет, я не знаю. Ну, по этому всему можно, в общем, прыгать, скакать, все юзабельно, все в рампах, все в стилистике замка. А здесь с двух сторон, справа и слева, звук. Сейчас он с собой. Угу. Здесь тоже. Да, прикольно. Ну и, в общем, дали нам тут плазму. Вот в этой арке. Дают ее один раз. Да, вот здесь при прохождении. И далее у нас трипадика и рампа. Так что, ну я так залезать достаточно высоко, значит, надо набрать скорости. Залез. Залезли мы, значит, наверх. Да, и опять замок. Елочки, елочки, елочки. Бежимся по кругу. Так, значит, можем пойти сюда. А, ну и все, получается, в любую сторону, да, не прыгай.
проход один. Много-много плазмы, которую тут же отобрали. То есть, идея для подъема она нужна. Да, для подъема или для каких-нибудь густов, я не знаю, в себе. Читеры. Спойлеры тут кидают. Да ладно. Это же логично. Есть плазма, делаю густы. Конечно, вижу плазму, делаю густ. Ну, в общем-то, используя рампу, залезаем наверх. Видим там написано в кутри ЦПМ. Ну, в ЦПМ, если сюда и пойдем. А, ну. Там, ну, вот это. Пока да. Я потом еще покажу в кутри дорожку, наверное, один раз пройду. Появляемся в другой комнате, где у нас есть ящики, за которыми ничего не спрятано. А жаль. Жаль, да. И две рампы. В принципе, тут невысоко, можно и так забраться. Опять же, телепорт. Такая мини-комнатка, связующее звено. Улетаем по тоннелю. Ой, тут слив. Это там, ты оттуда в Бакутри появляешься. Там, короче. А, ну ты покажешь, да, там, посмотрим. Туннель. Зеркало. Какой красивый. Так, патроны и гранаты, патроны машингана. И кнопка, которая нас поднимает. Ты бы дырку, хотя ладно. Снизу ты дырку не видел. Ну ладно, ну, мы же все равно играли, это понятно все. Ну, в общем, этот момент такой себе, если честно, мне не очень он нравится, потому что дырочка достаточно маленькая и как-то само по себе неудобно. Хотя сама идея шикарная. Тут мы, значит, скачем, набираем какую-то скорость, падаем в другую дырочку. И видим, что мы с другой стороны, да. А ты не можешь туда пролезть? Нет. А там сверху еще трейли. А, нет. Там то же самое, мне кажется. Ну, я слишком жирный для этого. Дают нам еще патроны, две гранаты, еще ред, еще мигу, как на старте, и три гранаты целые. А, тут у нас кнопка. Которая ничего не делает. Оу, как. Да, вот мы оказались... Залезли наверх. О, на третьем этаже замка. Получается. Падать я не буду. Ну, карта так прикольная. Да, большой замок. Торчит. Да. Масштабы ощутимы. О, а нельзя туда как-то залезть? Да, ну попробуй, я не... О, а с гранат вылепите сюда. Ну, только если ее отпускать наверх, наверное, как-нибудь. Ну, то есть одну под себя и вторую наверх в полете. Ну, это интересно, кстати, может быть. Может, кто-то возьмет на вооружение. Ну, в общем-то, там я не буду бегать, там ничего нет. Чтобы время просто не бежать. Тут у нас патроны для ракеты. Пока вообще не ясно, зачем они, почему они тут. Тут у нас подъем. Лава, которая нас, к счастью, не убивает. И винтовая лестница. Которая еще крутится. Да, крутится она, не пойми по каким таймингам, и она стала прям другом для всех, кто проходил, я уверен. Поднимаемся тихонечко, значит, наверх. Оп! Значит, это остановочка наша. Камень у нас. Камень, да, туда падать не буду. Странно, зачем сам камень охранять. Да, и здесь наверху телепорт, который нас куда-то ведет в еще одну большую комнату. Да, в каком-то храме, да. Модельки прозрачные, опять советских дефрагеров тут. Дали нам хейст, кстати, на секунд 15, да, я так понимаю? Здесь тут патроны и плазма. А, нет, там только патроны были, да, плазма. Патроны, да. Посмотрим, что в том конце. Тут нам дают плазму. Непонятно пока, дают ли прямо сколько-то патронов.
Или мне дали 60 из-за того, что взял патроны. В принципе, я не знаю даже, как проверить, потому что не зареспаунится, наверное, больше. А он там нифига не дает. Ну, или у тебя плазма патронов, или такой не только здесь надо подбирать. С другой стороны, у нас бордик на даблджамп, ну и можно, естественно, туда, значит, перепрыгнуть, набрав достаточно скорости. По роутам, наверное, сам Enter еще, ну, добавит, я чисто осмотрю тогда. Залезаем наверх. У тебя отобрали плазму? Да, отобрали плазму. У нас, не знаю, косяк ли, не косяк ли он с этим, может, забыл. Рампы, 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 стрейф, стрейф, стрейф и джампад. Excellent. Который помогает нам обогнуть. Но он, я так понимаю, больше, наверное, полезен для VQ3, потому что VQ3 такой маневр практически очень сложно будет делать. CPM, ну, тоже. CPM, да, в CPM тоже. Ну, в CPM как повернуть? Наверное, там от спейсинга еще будет все зависеть. В общем-то, лава нас не убивает. Стрейф, стрейф, стрейф. Здесь очень много скорости. Стрейф, стрейф, стрейф. Сюда падать можем? Можем. Можем. Телепорт. И еще телепорт, один телепорт. Наверное. Еще один телепорт. И дают нам одну ракету. Да. А я же взял патроны. В смысле? Ну, а ты там, там где плазму тебя отобрали, там же и патроны отобрали. А, точно. Там же и нит. Ну, все тогда, все понятно. Ну, по идее, должно быть три патрона здесь. Если мы да, берем... если тот триггер не цеплять. Да, я и... покажу, где что, как. Значит, запрыгиваем наверх. Ну и обычный стрейф. Ну и он виднеется, прям уже этот финиш. Perfect, говорит нам Бак. Очень классная карта, шикарнейшая просто. Очень большую работу он провел. И, да, проделал очень грандиозную прям работу. Такого давно не делают. Не делали, точнее. Ну и, думаю, Enter расскажет нам поподробнее про нее. Ох, что тут рассказывать. Сначала я, наверное, пройду просто какой-нибудь дефолтной дорожкой. И покажу, что здесь есть. Ну, на старте, в принципе, ничего интересного. Обычные елки всякие. Будь уже показывал. Костерки, которые везде горят. Здесь вот как раз имеется вот в этой будочке у нас... патроны для плазмы, которые нужны, чтобы залезть там наверх, там дальше. Потому что без патрона туда вообще никак не получится залезть. ХП, в принципе, если быстро там проходить, то ХП не очень нужно, можно ее пропускать. Но если все же кто-то новичок начинает, то и в ВК-3 там вообще после при подъеме остается там буквально 5 ХП или около того. Около 10. И то, если очень быстро проходить. Поэтому в ВК-3, мне кажется, многие будут брать вот этот вот ХП с броней. Вот, ну ладно, я возьму. Вот, сейчас это физика CPM. То есть здесь можно работать рампы, здесь можно прыгать, вот такие вот даблджампы делать. А в физике Vanilla Quake 3, в ванильной квайке, нельзя такого делать, поэтому... Ванильная квак. Оскорбил, мне кажется. Да, да, оно вроде так и называется. Вот эти вот рампочки, которые очень сильно напрягали вообще постоянно, потому что нужно при стрейфе умудряться попадать по ним. То есть попал чуть-чуть ближе, чуть дальше, не попал на рампу, не получил скорости. Естественно, у тебя ломается тайминг прыжков, вот дальше тоже можешь промахнуться мимо рампы. Вот. Ну, здесь, в принципе, есть что-нибудь? А, по-моему, ничего нет. Там... мне показалось, что там проход, но там нет ничего. Вот. А, так как здесь дают плазму в начале, были, конечно, очень много мыслей насчет того, чтобы залезть с этой плазмы наверх. Музыка мешается. Ну, выключи. Надо hit restart сделать. Ну, сделай там быстренько. Да, сейчас. Так, все прогрузилось, музыка выключилась.
я надеюсь, там появилось. Идем. Вот. Были идеи, ну, так как взять плазму, залезть наверх и прыгать дальше. Если, особенно если ХП есть. То есть вот залезть сюда куда-нибудь, или там на скорости как-нибудь рампу вот эту завязать, или еще какую-нибудь, и просто заплазмить наверх. Сейчас попробую, если получится. У меня не хватает ХП на этой, на этом месте. Надо было сохраниться, кстати. Ладно, просто добегу, там покажу, что там, как дальше. Ну да, вот. Там можешь подрубить себе. Вот, CPM, обычная дорожка идет налево, направо и вот прохождение дальше. Вот, на этой скорости, хотя нет, без подбора плазмы здесь мало чего сделаешь. Так, где я был? Здесь где-то? Ну, то есть, если все-таки у кого-то получится, например, разогнаться, здесь сделать как-нибудь дабл-джамп или что-то, что-то еще. Вот, и попытаемся залезть наверх. Не получилось. Нас убили. Убило. Почему это произошло? Потому что здесь, логично, здесь на самом триггер, который нас убивает. Написано же, не лезь. Да. Вот, сейчас я попробую альтабнуться и показать экран. Вот это Radiant. То есть программа для редактирования карт. Что же здесь можно заметить? То, что вот здесь кубик, который как раз звук воспроизводит, Target Speaker. Вот этот желтенький, это триггер, который нам дает... Что он нам дает? Он нам дает чекпоинт. И вот этот вот, еще один, нам дает вот эту вот плазму. Weapon, Plasma Gun. Значит... Если выше посмотреть, то здесь вот такая желтенькая штуковина, которая нас убивает. То есть просто target kill, да? Триггер хорд, который наносит 9000, почти 10 тысяч дамага. Сколько? 10 тысяч, да. И, на галочке стоит то, что без защиты, ну, no protection, silent, типа, в общем, ничего не сделать даже с неуязвимостью. Вот. Поэтому не получается его никак обойти. Вот этот триггер, он такой широкий. Ладно. Переключусь сейчас обратно на сцену. Вот. И будем дальше проходить. Вот. Здесь нам дают плазму. И дальше такая большая комната зеленая, в которой вот такой классный потолок. И в общем, нам нужно туда наверх подниматься. Сейчас я попрыгаю туда. Вот, что тут можно заметить. Ну, здесь такие небольшие минус. Я не знаю, сколько это минус. То, что если залезть наверх, то можно увидеть то, что потолок, сквозь потолок пролетать. То есть он... Ну, офигеть. Он прозрачный такой, в общем. Угу. Не цельный. Ну, в принципе, обёртка. Обёртка, говорю. Обёртка. Да, но это, в принципе, не так страшно, потому что он как дизайн в основном используется. И... В принципе, да, ничего страшного. Вот. Эти вот падики, перилины, не знаю, как их назвать. Как это штука называется? Доски, которые здесь стоят. Мостик типа недоделанный, разломанный. Очень сильно напрягал, потому что, во-первых, у тебя большая скорость, и нужно попадать прямо на эти маленькие тоненькие досточки. Мало того, что попадать, нужно еще по спейсингу, то есть... Между ними такое большое расстояние еще. То есть, ну, в общем, как-то неудобно сделано. Сделано, видимо, для ВК-3. В ВК-3 это все отлично проходится, а вот CPM прям очень сильно напрягало. На большой скорости это пытаться пролететь и не споткнуться нигде. Вот. Дальше я залезу наверх. Вот таким вот образом. Ну, здесь при подъеме логично переключиться на боковую стенку и выплазмить сюда, чтобы головой не биться вот эти вот выступы, которые здесь находятся. Ну, таким-то образом я бы тоже рек тут поставил. Каким таким? Если... Ну, вот так летать. Ну что, дальше у нас... Дальше мы бежим. Дай себе неуязвимость, то у тебя 2 хп. Ну... Ну, или хп добавь. Он добавил.
Ну тут тоже триггер, кстати, килла. И туда тоже просто так не залезть. С этой плазмы, которая у нас даже если есть. Вот мы поднимаемся и тоже умираем. Вот. Черт, надо было чуть попозже сохраниться. Да, в принципе, нормально. Здесь у нас в CPM логичная дорожка запрыгнуть наверх и прыгнуть сразу вот в этот телепорт, который для CPM устроен. Для ВК3 я не знаю, я, наверное, потом буду показывать всю дорожку ВК3. Пробегусь один раз, покажу как-то что. Ну, в ВК3 да, здесь чуть-чуть другая дорожка, хотя... Ну, по лабиринту, наверное, да, надо топать. Ну ладно, в CPM мы вот показываемся в этом тоннеле, прыгаем, делаем даблджамп и тут же в телепорт. То есть это буквально там 3 секунды или около того, и прыгаем по этой дорожке. А в ВК3 у нас чуть-чуть по-другому, мы когда прыгаем, мы можем проходить вот с другой стороны, использовать рампочку вот эту, чтобы туда залезть вот так вот, заскочить. То есть не прыгая на ней, как сказать, она нас немножко подталкивает вверх. Вот в эту дырочку пролезть или вот с той стороны оббегать вот вокруг. И этот телепорт, он нас ведет в такой сликовый тоннель, в котором нужно... Есть что? Нет, ничего, просто такая штучка. В котором нужно стрелять вот в эти кнопочки плазмой. Но... Ой, не плазмой, а рейлганом. Рейл, да. Да, причем одна на полную отнимается, вторая на... не на полную, третья там вообще в другую сторону поднимается. И что здесь заметно, то что в эти кнопочки можно переключиться на патроны обычные и пострелять в нее. То есть не обязательно рейл использовать. Если кто не знал, то можно посмотреть, пострелять в нее вот так вот. И вот мы оказываемся в том же самом месте, где мы на CPM проходили. Вот. И красивый Enter. Да. Тут не поспоришь. В этой комнате, в принципе, ничего интересного нет. Надо просто вот в ту дырочку как-то залезть. Мы прыгаем, стреляем в эту кнопочку, бьемся головой, кое-как пролезаем в нее и дальше начинаем прыгать. Ну, по идее, вот эти прыжки, спам прыжков, он чуть-чуть скорость увеличивает. Ладно, сейчас поверну два раза. Кто как проходил? Вот есть снаппинг. Несколько полосочек. Если же зажать кнопочку вперед, вот 323. В зависимости от... Ну и кнопку в бок. В зависимости от моего угла, направления взгляда, у меня разная может быть скорость. То есть, если нажимаю вперед и влево, например, и направляю вот куда-то вот сюда, у меня скорость 480. То есть, где она была? Вот так вот. То есть, в левую границу вот этой снап-зоны и просто прижимаемся, вот получаем скорость много. Если еще прыгаем, то еще и скорость увеличиваем. То есть, по идее, так быстрее проходить, чем просто вот так вот стоять и пытаться рандомно прыгать. Тут 500 сложнее набрать. Вот. Ну и после того, как граница снап-зона, можно переключаться на обычный стрейф, как, вот, в общем, в зеленую зону направлять как-нибудь. Ладно. Ну, кто как смог, в общем, так и прошел, по идее. Дальше падаем вот в эту вторую комнату, которая находится здесь. Берем гранаты. И вот здесь вот головная боль оказалась, я даже не знаю, многих, ну и моя в том числе. Потому что в CPM, если сделать просто move up attack, ну то есть быстро нажать одновременно прыжок и выстрел. Что такое? Оп, можно залезть наверх. Просто с одной гранаты. Но нужно прям идеально, чтобы совпало прыжок и выстрел. Но дело в том, что это онлайн, мы сейчас в онлайне, тут куча народу сейчас на аспекте. В офлайне такого не получится. К сожалению. И прям... С чем это связано? Это связано с параметром MoveFixed и GSync. В общем, из-за немножко другой их обработки в онлайне и в офлайне. Вот. И я не знаю, будут ли это чинить. Надеюсь, это как-нибудь починят. Так, у меня, кстати, здесь отобрали гранату. И мне придется киляться. Но я не придется киляться, точнее, придется, но я ее подбираю опять заново здесь. Второй вариант прохождения — это стрельные гранаты вниз. Хорош.
Второй вариант прохождения — это стрельнуть в пол и словить две гранаты. Но для этого нужно взять патроны. Так, взять патроны, подождать 3 секунды или сколько они здесь. И взять еще одну патрону. И тогда можно стрельнуть вниз и словить две гранаты и залезть наверх. Вот. Это ВК-3 вариант, да, по идее? Да, ВК-3. А как вариант еще можно, сейчас я покажу. У нас вот здесь вот еще патроны лежат для гранаты. То есть можно перед тем, как вот здесь вот залезать наверх, можно спрыгнуть сюда, взять вот эти патроны, а потом уже проходить дальше. И по идее... Ну, ВК-3 вот это вот будет выгоднее, да? Да-да-да, ну это выгоднее, чем ждать вот здесь вот 5 секунд, пока вот старая штучка появится. Вот. Но смысл вот этого все делать, если в онлайне можно просто подбежать, сделать... Черт, у меня все отобрали. Сделать РЖ, типа, и залезть наверх. Либо с даблджампом сделать. Да-да-да, в CPM можно делать чуть-чуть по-другому. Можно вот, вот так вот делать. Типа прыгаем и даблджампом вот этой вот об штучку. Черт. Таким он там залезаю наверх. Вот. Здесь вот эти вот выступы, это типа элементы дизайна. Не знаю, зачем они нужны. Но они есть. Не нужны. Ну, в принципе, вот здесь что-то показывать. Прыгаем дальше, прыгаем сюда, берем вот эти патроны. Я там какой-то хотел триггер показать, не помню. Ладно, потом. Прыгиваем здесь наверх, на... лестницу. Эта лестница, это на ней есть два способа прохождения, даже три, наверное. Ну, во-первых, то, что если не попал в цикл этой лестницы, то все, надо ждать, стоять, пока она прокрутится секунд 5-10. И это очень раздражало. Прям вот эта вот лестница, это головная боль всей карты. Прям очень большая головная боль. Ну, тут, как вариант, она может, кстати, запускаться не со старта, а каким-то триггером, допустим, когда ты пересекаешь определенный момент карты. Может быть, не знаю, но это прям такая головная боль была, потому что прибегаешь сюда, рандомно не попало в цикл, и все, надо киляться. И зря маппер ее тут сделал, и вообще, то есть, не, может быть, было нормально, если бы она не крутилась, было бы тогда норм. А вот кручение, это прям плохо. А как ее проходить? Либо просто прыгаем вот так по одной ступеньке. Ну, это я сейчас CPM показываю. По одной вот так вот. Либо есть вариант... не допрыгнул. Под даблджампом, то есть делаем вот с этого края даблджамп и через две или три ступеньки. Вот сюда обычно. Ну, я, в принципе, так проходил. Тут можно еще с одного прыжка через ступеньку делать. То есть третий вариант, то есть как-то вот так вот в ВК-3, так было лучше всего, но очень сложно. Мне кажется, что я также так проходил, но я, честно, не знаю. Ну, после того, как залезли наверх, тоже очень сложно определить, где находится этот выход, потому что она же крутится. И, в общем, тоже на этом время терялось. Дальше. Залезаем по вот этим вот столбикам. Падаем вниз. Ладно, не падаем вниз. Смотрю, как где реки надо ставить. У Энтера. Да. Про уровень, вот он где закопался. Ну, в общем, и проходим этот телепорт. Да. Здесь, что можно рассказать про вот это вот место? Здесь есть несколько вариантов прохождения, ну, которые мы нашли, и вообще, которые люди нашли. Первый, самый стандартный вариант, это, ну, в ВК-3. Есть плазма, есть вон там эта штука. Берем сначала плазму, потому что она наверху, и по идее до нее проще добираться. Потом после плазмы прыгаем до вот этой вот патронов. Берем их и вот отсюда вот где-то залезаем наверх. Вот. Думаешь, так выгоднее? Ну, в ВК-3. А как еще? А, не, ну в ВК-3, ну, не, а как ты внизу появляешься? Ты берешь патроны, а потом возвращаешься к плазме и сверху ты плазмишь. Не, ну смотри, от плазмы тебе куда надо возвращаться? Вот сюда вообще бежать. Ты там...
как? Ну ладно, может, ты прав. Здесь видишь, елочки все большие, как ты отсюда залезешь после патрона? У тебя ни плазмы, ничего нет. Тебе нужно, я не знаю, как залезать туда наверх. Или как-то вот, а вот этот камешек, что ли, пытаться, и то тут надо разгоняться. Или бежать назад вот до вот этих вот ступенек, потом обратно. В общем, это все долго, и по идее брать плазму быстрее. Вот. А, по поводу вот этой штуки, которая отбирает все. Сейчас я опять альтабнусь в... Вот он экран. Вот он замок. С кучей триггеров всего. А, он нас, после того, как мы входим вот сюда, вот в этот телепорт, он нас телепортирует вон туда далеко. Вот сюда. И вот здесь, в принципе, все располагается. И вот он, какой квадратный триггер, который здесь висит. В общем, вот эта штуковина у нас отбирает все оружие. То есть у нее стоит Keep Armor, Keep Health, Keep Weapon, Power Ups, Keep Holdable. То есть она отбирает все, кроме ХП. И она отбирает Rocket. Так, я свернулся случайно. Ладно, можно переключаться. Так, все, вот захват произошел. В общем, вот эта штуковина, она забирает все, кроме... Sorry. Все, кроме ХП. Вот, то есть, если мы хотим, чтобы рокеты использовать, которые мы там где-то подобрали, там где патроны для них лежали, нам нужно после подбора этого всего как-то обегивать этот триггер. То есть, это либо... вот оббегать все это вокруг и прыгать даблджампом вот там вот, либо брать плазму и заплазмивать вот здесь вот как-то. К сожалению, я не знаю, можно ли в ВК-3 вот здесь вот с трейфом пропрыгать. Я не пробовал, кстати. Я видел, что может... Может быть, можно, но сложно. Да, но это очень хард. Да. И по идее, это должно быть быстрее, мне кажется, чем... брать плазму, потом возвращаться на патроны и потом еще завязать с плазмы. Ну и плюс мы сохраним рокет, который, который потом можно будет завязать. Вот. CPM. Здесь несколько дорожек. Есть, во-первых, такая штука, как вот эти рампочки. И нам вот нужно туда. И судя по тому, как они располагаются, то есть я... Первая моя идея была... просто развернуться здесь где-нибудь и просто сделать даблджамп на какой-нибудь рампе, которая поближе. То есть на вот этой, на вот этой, на, не знаю, на вот этих как-нибудь. Ну, на тех как-то нереальнее выглядит, они далеко. То есть, по идее, я делал даблджамп вот на вот этой рампочке. Здесь делал кружок такой разгонялся, потом прыгал вот сюда, делал зигзаг, и вот даблджамп по вот эту рампу залетал наверх. То есть CPM это, в принципе, реально, возможно, и делается. Сейчас попробую. Вот как-то вот так залетается. Ну, читер, да, как бы. Ну, ладно. Дальше. Дальше у нас здесь... Если там прыгали, то у нас есть... Ну, если вокруг прыгали, у нас есть патроны для рокета. Если брали плазму, здесь залетали, то у нас ничего нет. Если залетали как-нибудь там, то у нас тоже есть патроны для рокета. И может быть даже плазма, если мы ее там сохранили, вот тут сохранили, или как-нибудь. Что у нас дальше? Прыжки, этот джампад, который, по идее, быстрее, чем, чем не джампад. То есть прыгать вот сюда, потом отсюда заворачивать на скорости в 500, это медленнее, чем джампад и на скорости в 800-900 прыгать вот таким вот образом. То есть у нас будет больше скорости, и мы быстрее допрыгаем. Вот, здесь у нас либо один, либо три ракеты, либо есть плазма. Самое либо... главное не показал, что телепорт сохраняет твою скорость. Скорость, с которой ты попадаешь в телепорт, у тебя сохраняется, да. Черт, я далеко сохранил. Сейчас я быстренько туда доберусь. Как Enter прошел за минуту. Так, нет, не сюда. Сейчас я... мало это заметил. Так, прыгаем на джампад, заворачиваем, стрейфимся. Вот у нас скорость 990 тысяч 3 1016. Блин, опять не сохранился. Ну в общем, по джампам вот я даже сохраню 1003 это до попадания в телепорт,
1015 это после телепорта. Я понял, то есть я хотел удостовериться, что если скорости в 5 войти, у нас будет скорость 5 или 10. А, блин, как это сделать? Опять я... Не, он немножко добавляет. А, вот 10 у нас рядом, да. А... Разве? Да, вот у нас как была медленная скорость, так и осталась. Вот. А, так вот, после выхода с телепорта у нас куча скорости. У нас либо один рокет, либо три рокета, либо есть плазма, либо нет плазмы. Mm-hmm. Обычно у людей просто один рокет или там, не знаю, три ракеты. А, ну, что мы здесь делаем? Рокет-джамп, залезаем наверх и дальше стрейфим. Либо если есть рокет, можно выстрелить два раза. Либо если есть плазма, можно выстрелить плазмой немножко по стенке. Вот, и здесь финиш. Хоть и вот здесь вот находится. Mm-hmm. Ну, здесь другая текстурка финиша. И баг надпись. С жучком таким. Жук. Да, бага. Прикольный жучок. Ну, баг, жук, mm-hmm. баг. Mm-hmm. Баг, жук. Интересно, какого происхождения все-таки знать, откуда корни растут. Но я подозреваю, что немец. Почему-то мне вот кажется, mm-hmm. что прям Германия. Теперь покажу чуть-чуть быстрее дорожку. Да. Во-первых, так, вот эта рампа, я не знаю, не говорил, наверное, то, что она напрягает, потому что начинать нужно где-то вот старт-триггер, он где-то здесь располагается, причем вот фиг знает где. Вот я его зацепил, не зацепил. И дабл-джамп, ну, в CPM-физике, например, если я делаю от этой стенки и делаю прыжок, то второй мне приходится взять куда-то вот сюда, на середине второго, и, в общем, я много теряю скорости, чем если я делаю прям вот, вот с края этого, около старта, и full делаю вот дабл-джамп. То есть, по идее, дабл-джампом можно залезть наверх, вот так вот, одним прыжком. Но было бы лучше, если бы здесь был какой-нибудь выступ, куда можно было спиной опереться, прежде чем делать циркл. Ну да, тут такой, может быть, даже немножко недочет от маппера, но... Да и в ИК-3 это достаточно рампа резкая и, ну, затратно как-то играть в ИК-3 это. Ну, в принципе, вот. привыкается, да, и, ну, по крайней мере, в ЦПМ делается. Около патрон. Когда их подбираешь, здесь есть такое маленькое окошко. И если очень постараться, в него можно запрыгнуть. Вот, и выскочить. И если хорошо постараться и попробовать там, не знаю, 100-200 раз, то, может быть, начнет получаться... Людей не пугай 100-200 раз. Но на самом деле так и есть, потому что карты дефраг это так и играются. Вот, можно вот так вот проскакивать его, сохраняя скорость. Ну и плюс здесь такой... Да, типа рампочки. Да, типа камешек, который нам скорость добавляет. Здесь... Я как раз пробовал в самом начале пытался проходить вот здесь, вот делал дабл-джамп как-нибудь. Здесь набирал много скорости, потом как-нибудь вот отсюда пытался сделать дабл-джамп, чтобы долететь вот туда. Но, к сожалению, это оказалось медленнее, чем просто стрейфом, здесь проход, чем просто стрейфом прыгать по вот этим рампочкам, потому что они нам добавляют скорости, и они не так уж нас сильно замедляют. Я не знаю, почему так получилось, но так получилось. Вот. А дальше надо было как-нибудь сохраниться. Да я просто, наверное, ракет себе дам. Нет, не получится. Надо сначала проходить. Ну, в общем, Enter на наших глазах сейчас. Я не буду сейчас брать плазму, я просто покажу, где-нибудь сейф-пост сделаю и покажу, как тут можно проходить вот эту штуку всю. Стандартный вариант, здесь сделаем дабл-джамп. После дабл-джампа два варианта. Либо мы, в зависимости от скорости, прыгаем вот на вот этот вот выступ, здесь делаем дабл-джамп. Дабл-джамп. И после него сразу к той рампе на ней дабл-джамп. Либо, если у нас хватает скорости, после дабл-джампа на той рампочке мы можем приземлиться вот сюда и здесь сделать плазма-джамп. Сейчас. Ну, у меня получалось без дабл-джампа, я, в общем-то, достаточно много разгонял. Ой, без дабл-джампа, говорю, без плазма-джампа.
То есть, а, где плазма? Ее здесь не дали, потому что я пересек уже. Надо вот так вот сделать. В общем, самая стандартная дорожка, нормальная дорожка, когда получается вот здесь сделать дабл джамп, здесь сделать плазма джамп и вот так вот допрыгнуть на плазму. Да, ну идеально, по идее, выходит. Ну вот. А, как вы видели, я сейчас подлетел и вылетел вот туда. А, ну, в принципе, это да, ну практически идеальный вылет получился. А, дальше. Здесь у нас есть куча плазмы. ХП, по идее, там 100 или с чем-то. И что могу еще сказать? Здесь есть елки, вот такие вот. И сейчас. А, круто, здесь есть елки, все, давай. Сейчас я тогда альтабнусь еще раз в радиан и покажу какую штуку. Да, экран. Вот, здесь его видно. Так, опять я его свернул. Закрыть вот. Возвращаемся к замку. Эх, как надо скролить много. Вот. Дело в том, что вот этот вот триггер, который здесь висит, если очень постараться и умудриться где-нибудь вот здесь вот использовать дабл-джамп на елке, то можно набрать такую высоту, чтобы прилететь вот этот вот триггер, который здесь располагается. То есть, если мы здесь стараемся снизу заплазмить наверх, то мы втыкаемся головой в триггер и умираем. А если прям хорошо-хорошо разогнаться, там, не знаю, скорость 1500-1600, и подпрыгнуть хорошо, можно залететь аж вот-вот сюда. Это прям чит-чит-чит. Я думаю, мы в твоей демке увидим. Ты нам не показывай сейчас ничего, мы в твоей демке увидим, будем сохранять интригу до последнего момента. Как же это на самом деле делается? Ну ладно. Мы видим в демке, пусть интрижка будет. Ну все, давай дальше у нас. Ну раз мы залезли наверх, ну я сейчас дорожки показываю, как все это происходит. Так, подожди, где я нахожусь? Вот она елка. И вот после того, как мы залезли типа наверх. Здесь... Офигеть! Что? А ты-то прямо сюда ведь. Жесть, ты вообще все говно просто минуешь. Все вот это. Лестница, конечно. Но все вот эти гранаты, кнопки, эти маленькие туннели, в которых невозможно прыгать, мышка ломается. Ну просто. Дальше. После того, как мы залезли наверх, у нас есть где-то 50 хп и опять плазма. Здесь вот такой вот выступ. И здесь можно сделать вот так вот и залезть вот сюда. Боже мой, что ты делаешь? Тут то есть срезается вот это вот все беготня вот сюда, за этим патроном для рокета и все. Ну и плюс, очень большой плюс, мы сохранили плазму. У нас ее не отобрали до сих пор. Ты жесть, там какой плюс? Вот. А отсюда нельзя заплазмить наверх? А у нас, к сожалению, здесь остается в районе 10 хп. Да, у нас там было 100. Мы на буст, точнее, в общем, на бустах потратили, тут потратили, и, в общем, здесь у нас очень-очень мало хп. Вот таким вот образом можно залезать на лестницу и залезать наверх. Эх, тут причем еще надо не запороть все эти дабл-джампы, которые запарываются только так. Понять, куда прыгать, пройти дальше. Вот. Так, что еще сказать? Дальше. Мы сохранили плазму. И у нас... Сколько здесь плазмы у нас? Да, штук 60 или больше даже. Но у нас около 10 хп. Может быть 5. У меня бывало 2 хп. Вот. И я умудрялся здесь... и так как у нас есть плазма, то мы можем эту плазму заюзать, чтобы сделать буст. И опять же такая штука, как елки. Вот здесь вот есть елки, которые типа рампы, которые у нас могут подкидывать. Да. И чтобы не оббегать вот там, вот не прыгать, можно сделать прыжок вот на вот этой елке. То есть я делал вот таким вот образом. Ой, читы. Да, то есть одна плазминка, ну, минус там сколько-то хп. Из дабл-джампа залезаем наверх, вот об эту елку. Вот вам, в общем-то, дорогие друзья, пособие
как использовать подручные предметы в дефраге. Так что всегда вот внимательно относитесь вот к таким мелочам, к каким-то постройкам, какие-то рампы, не рампы, елки, костры, да, если их можно, если их можно использовать и срезать, не знаю, много-много времени, это круто. да, Вот, поэтому следите всегда за этим. ну и дальше, если так как у меня бывало 2 хп здесь, то есть если 2 хп, нужно либо прыгать. То есть, если мы прыгаем вот отсюда сверху вниз, то у нас отбирает 5 хп. То есть, поэтому нежелательно. Желательно прыгнуть на рампу и потом уже проходить как-нибудь. Ну, дальше, в принципе, стандартная дорожка. Здесь делаем еще один буст. И вот таким вот образом проходим все это. Но буст сделаем, если хватает хп. Если у нас 2 хп, то мы его не делаем, естественно. Ну... В принципе, дальше у нас опять нам здесь дают неуязвимость, один рокет. Мы как раз его здесь используем, переключаемся на плазму и плазму, в общем, до финиша. В общем. А было такое, что ты плазмил? А, нет, у тебя там слишком мало плазмы, да, получается? Ты не так много плазмил, или ты прям до конца. Нет, ее много, я прям до конца. У тебя было такое, что ты не попадал в финиш, а врезался в стену? Не-не-не, я плазмил где-то до 3000 хп, ой, до 3000 скорости, потом отпускал кнопки. И как раз попадал куда надо. Ну тогда ладно. Вот. Что еще сказать? Ну, наверное, все основные дорожки я показал. Триггеры я показал, как проходить показал, срезы тоже показал. Давай переключимся на ВК-3, я пройду один раз в ВК-3, как здесь можно вообще это сделать. Вот, как-нибудь пройду, и потом будем смотреть все демки. Посмотрим, вот. Что нам смогли предложить смельчаки, что прошли эту карту. У нас ВКонтакте, к слову, пока вотуют, есть беседа, где мы вот в основном со всеми, ну, я помогаю парням, если какие-то у них вопросы есть, там, Zero Pool, по-моему, нет, Zero Pool, нет, Мягкий Пулс, там, ну, и Фаурас, ну, кто-то не посылает демки, кто-то посылает, в общем, там 11 человек. Эх, не попал. И очень было много разговоров, то, что ну, сложно, ну невероятно сложно пройти. И, в общем-то, ну, я просто к тому, что этим ребятам надо выразить отдельную благодарность, что они все-таки прошли. Ну, в принципе, в ВК-3 здесь самая сложная часть, это залезть без КП вот туда наверх, дальше. То есть, ну, я не знаю, насколько сложно, вот отсюда мы начинаем стрейф, и здесь делаем пару прыжков вот на вот этой вот, вот здесь вот, как раз по падам, и начинаем плазмить вверх. И обычно умираем. Я не сохранился. Сейчас я вниз спущусь, где я там был. Там же триггер. Да, я думал, я его перепрыгну. Так, а если посильнее, сейчас. О, перепрыгнул. Погоди, так. А нельзя ли случайно этот же триггер также обмануть? Этот? Да, да ты так наверх не залезешь, как ты здесь его обманешь? По крыше, если стрейфить, по крыше. И тут же рампа, посмотри. Ты знаешь, сколько тебе скорости надо, чтобы туда залезть? Сколько? Сам попробуй. Сделаешь, поздравляю. Нет, давай мотивируй получше как-нибудь. В общем, в ВК-3 надо было или брать хп, или просто пытаться здесь вот прыжками проходить, набирать побольше скорости. Там, не знаю, я промахнулся мимо этого. Еще я не могу заплазмить. Эх, раз, два, три, четыре, пять. Главное то, чтобы здесь у нас было больше, чем 5 хп. То есть, потому что нам там потребуется 5 хп, когда мы будем... Честно, падать. Я не помню, что делать. Да? Вроде да, куда-то там надо будет падать. Наверное, из дырки, когда ты прыгаешь по туннельчику. Да-да-да, мы там после этого туннельчика падаем вниз, и нас отбирает 5 хп. Да, вот.
Ну, в общем, можно сделать, чтобы здесь у нас осталось около там 9-10 хп. Потом мы стрейфимся обычно в другую сторону. Я здесь, как я уже говорил, здесь несколько прыжков. Залезаем вот сюда. Наверх не залезаем. Здесь можно, в принципе, вот об эту рампу как-то и завязать. Ну, во имя спейсинга, да, как бы? Ну, если не получилось, то придется вот здесь опрыгивать вот это все. И проходить вот сюда, как раз дорожку в Q3. И здесь у нас мы можем переключиться на обычные патроны, пострелять немножко. А почему ты не послал в Q3 демку? Она же медленная, смысл ее посылать. Ну, то есть для тебя это не динамичная карта, и ты поэтому решил она, не париться? Да, она какая-то, блин, я ее очень мало в Q3 играл, прошел 2 раза и все. Вот, здесь мы можем подобрать эту гранату, ну или не подбирать, если мы можем запрыгнуть с одной гранатой. Проходить здесь, как обычно, тыкаться мышкой вот куда-то сюда и начинать прыгать. А вот здесь, кстати, по-другому немножко надо направлять взгляд. Вот. Здесь, тут ух ты, три гранаты. То есть там... А подожди-ка. Подожди, там нам 2 дают, получается. Ой, круто. А здесь мы делаем... Ну, либо с одной гранатой залезаем, наверх залезаем, получилось. Либо можно вообще упороться и сделать, допустим, 2х и закинуть еще одну наверх. А, можно, гранатой... нет, подожди, я не совсем понял, как третью закидывать. Если я кидаю одну вниз, одну... А, тут не успеешь. Да, я третью не успеваю. Я не знаю, ну, как... либо пробовать тогда сделать вот этот РЖ и одну пытаться наверх как-то закинуть. Ну, это прям успеешь. Вообще, мне кажется, сложно. Ну, да, я и говорю, если упороться. Так что... Вот, здесь мы обычно не берем рокет, он нам, в принципе, нафиг не нужен, потому что неудобно там дальше проходить. И пропускаем цикл, ждем 5 секунд или сколько тут она крутится, залезаем наверх и начинаем прыгать по вот этим вот падикам. Вот тут проблема с этой лестницей. Вот не было бы вот этой, если бы она бы не крутилась, было бы намного лучше. Тут надо как-то по одному их прыгать. В общем, очень неудачная штуковина. Вот, плюс здесь еще нужно по этим штуковинам прыгать и не падать никуда. Так, safe pause. Дальше мы, как обычно, слезаем наверх. Прыгаем куда-нибудь туда. Ну, я сейчас свою дорожку показываю, ну, что-нибудь свою. Найденную за не очень задолго. Может, есть какая-то покруче, но если так, если есть, увидим в демках. Ну там одна будет в демках где-то, так что я думаю, не увидим. Ну, кстати, вполне вероятно, что он проходил стрейфом, потому что он это умеет. Здесь тоже нужно постараться, либо прыгать вот отсюда, вот так вот, боком. Вот так вот. Либо мы просто начинаем стрейфить правый наискосок, вот так вот. И заплазмуем. Ну, то есть я сейчас зажимал кнопки вправо и вперед, они у меня не отображаются, но это не очень сложно для повторения. Ну и дальше, как обычно, в Q3 мы стрейфим и стрейфим до финиша. Стараемся как можно больше скорости набрать вот здесь вот при входе телепорта. Вот. Здесь у нас боль дальше ничего нет. И мы просто стрейфим. Да, ну Q3 такая скудненькая. Да, скучноватая. Вот, ну что, давай демки смотреть. Leaf Arena. И теперь мы переходим к распаду демок. Да, возвращаемся к вам. Да. Начнем с Warcup. Да, с Q3. Демка Кета получается одна единственная. Да, одна демка Кета, топ-1, с чем мы его поздравляем. Он старался, 2.39 сделал, офигеть. Тайм 2.39. Очень крутой. Это очень классно, да. Для Q3 особенно. Ну давай посмотрим, плей.
Итак, раз она одна и не с чем сравнивать, будем критиковать по полной. По крайней мере, я. Ну, чего ты критиковать? Ну, сейчас я посмотрю, я найду к чему придраться, где он в зону не попадет. Это же ВК-3, тут прям нужно очень стараться, чтобы... Воу-воу-воу, окно очень классно прошел. Плюс 8 секунд от моего. Ну, у меня 5 минут. Подлетел вверх. Угу. Но он делал, мне кажется, на один прыжок больше, можно было чуть побыстрее проходить. Он попал в центр. Ну, Кет прям красавчик. Ну, 15 минут осталось. Хватит на то, чтобы там дальше проходить и не падать. Угу. Он заскинил оба этих уголка офигенно. Перелетел этот бортик. Да. Вот он здесь как раз стрелял. Да, переключался из машины, на машинган переключался. Во вторую кнопку, третью. Не запорол, главное, нигде ничего. Да, пока очень чисто все. Ай, запорол. Как он мог в дырку не попасть? У него что, на спине глаз нет? Он не человек? Понятно. Вот он падает, да, он теряет 5 хп. Подбирает гранату и ждет. Может быть, он не заметил там гранату? О, так наперед к нему классно. И вылетел очень хорошо. Да, он, кстати, не заметил эту гранату следующую. Ну да, он на всего, в цикл конечно. Попал, он сразу начал прыгать. Да, он попал в цикл и не брал патроны для рокета. Он классно прыгает по этим, не спотыкается, как я. Такой гемор. Ну ты сравнил себя с Кетом. Монстр стрейфа. Прыгает. Так, и значит плазма. Ролл с плазмой. А какой он будет? Ага, ну вот такой же, да, как ты и говорил. Да, подбирает ХП, плазму, стрейфит обратно. Вот, в принципе, все неплохо. Ну что, еще неплохо, офигенно. Он ни разу не запоролся нигде. Да-да, вообще пока. Ну, есть моменты, но это так, вообще мелочи прямо. Там где-то стрейфит, допустим, где-то поворот не так. Ну, то есть это совсем мелочи. В КУ-3 вообще очень сложно проходить. Тем более очень быстро. Классно сделал рокет, кстати, максимально выжил из него. Еще 100. И финишировал, плюс 2 и 8 сделал в онлайне. От своего же рекорда, я думаю. Ну, ну что ж, очень круто. Да. Поздравляем Кета. Топ-1 в ВК-3. Вот. Ну что, да. Переходим дальше к просмотру остальных демок. Да, сразу, наверное, к самой длинной. Да, демки Римыча за 3.23. Она не была принята, так как у нее был скрипт РЖ. Чтобы его сейчас точно проверить, я попробую... Уличить его с поличным. Сейчас, как же там это делается? Сейчас я любую карту открою. В общем-то, суть какая? Римыч написал мне, будучи запаленным с RG-скриптом, и в недоумении, мол, где у меня был скрипт RG? Он реально не понял, как это произошло. Я его спросил, чей конфиг, он сказал Xtena. А у Xtena как раз был скрипт RG. На какую кнопку, не знаю, но... Видимо, Римыч как-то это заюзал. Я так подозреваю, на гранате. Сейчас я удостоверюсь, подожди. У меня все забиты. Что бы лучше поменять? Наверное, FPS Pink. Черт, я забыл. Какая команда отображает нажатие кнопок? Или Country? Dev, Hood, Draw. Нет, нажатие кнопок. Dev, CD. Газ, деф, нет, подожди. Сейчас. Я тоже его. Сори за ожидание, народ. Я буквально на 5 секунд посмотрю в доках, какую циферку надо написать. Докс. Чтобы отображались, видно было, сколько времени нажат атака. ГОСТ, настройки, акселерометр, джампметр, инпут, 150, да, 150,
Значит, DF2 сейчас... Раз, два, три, четыре, пять. Инфо 5, 150. Угу. Так, все нет, запоминаем команды. Нет, 151. Нет. Вот, нет, теперь видно, когда я нажимаю вот слева, там, где появилось под ником, кнопочки влево, вправо, вперед, назад, и прыжок, и атака. Вот, когда я нажимаю, видно, сколько... В общем, при просмотре демок, если... Ну, в общем, посмотрим. Ну что ж, начнем с демки Римича. Плей. 3 минуты 23 секунды. Успел? Успел, кстати, нажать? Да. Нажал. Сборка зерга. Корректирует свои движения с трейфом. Он пролез в окошко. Но мне кажется, быстрее было бы обратно вернуться. Ну да, кстати, просто из двери выскочить, да? Ну, в целом, словил рампы, набрал 900 упсов, сделал не дабл джамп и... Упал в телепорт, но все равно смог прострейфить дальше. Грубо говоря, три дорожки не получается. Это не сейчас он был? Что мы сейчас? RG-скрипт не там был, когда он плазмоджамп сделал? Честно, я не заметил. Надо, видимо, отдельно замедлять и смотреть, где он мог что-то нажимать. Классный даблджамп, кстати, очень близко было. Хороший даблклик. Брал гранату, вот интересно. Да, брал ее. Не попал в дырочку. 8 хп у него остается, значит останется 3. А это уже опасно, это попахивает жареным. Там хп дают. Все равно. Ну, попал. А, Римыч, пухлый. Да, сейчас здесь посмотрю. Вот он как пытался таймить. Да? Да? Да, вроде нормально у него был прыжок нажат. Честно, я не знаю, где у него. Здесь был найден скриптор же. Могу сказать. Ну вот, наверное, плазма джампи на том. Это все экстен, он ручками-то ничего не делает, экстен у нас. Вот и на враг забил, ничего не получается. А скриптер же запретили. Там еще в конце рок есть. А, ну да. Ну не знаю, мне кажется, там нет. На верочку прямо проходил. О, чуть-чуть не упал. Да. Постарался, но допрыгнул. Прямо вот... Не оптимизируем на нее путь, срезать можно прям вообще много-много. Ну, в силу своего скилла, я думаю, играет. И я так понимаю, путь в этой комнате как в ИКУ-3. Поставил угол. Не тот. Так, выстраивался и поставил не тот угол. Да, завернул. Не, наверное, немножко раньше, наверное, меня там. А, долетел. Еле долетел. Ну, Римыч играет редко, насколько я знаю, так что ему это все простительно. И то, что он ее как минимум прошел и отправил. Он да, хотя молодец. Бы поэтому молодец, да. Да, а то совсем без демок скучно, но... Да, тут хоть он 3 минуты поболтать может. Ладно, дальше у нас 2.13, мягкий пуз, Россия. Посмотрим, плей. 2.13, быстрее на минуту и 10. Уже другого калибра игрок. Уже чувак, который более часто играет. Оп, пролез.
Да, хорошо пролез в окно. Ну, стрейф, кстати, более-менее чистенький, можно отметить. Он не попал на первую рампу, не попал на вторую, не попал на третью. Как у него плохо получилось. Это, кстати, очень много прибавляет. Зацепился, да. Ну, он зацепился, в принципе, просрал скорость. Залез наверх. Да, просрали. Ой-ой-ой, ГБшечка на 200 упсов. Что творит, ты посмотри. Заворачивал целиком. Пропрыгивал через верх и в телепорт. Тележамп не получился, но сразу залез к телепорту. Что, в принципе, тоже неплохо. И тоже брал гранату. Пацаны, ЦПМ. Ну, мы показали, наверное, да, если вы посмотрите, а вы посмотрите этот обзор. То там можно с одной гранаты забираться. И, ну, на будущее учтите, что можно... использовать всякое. А, хотя они... Да, ну хотя они в офлайне играли, и скорее всего вот этот момент им помешал. То, что да, с РЖ не залететь. Ну это CPM, тут с даблджампа ведь можно. Да, ну вот они вот об этом никак, видимо, не подумали, и... Прошу вас, возьмите на заметку. Прям каждая ступенька спотыкается. Но что поделать, я тоже спотыкался. Да, все мы спотыкались когда-то. Непонятный пока роут. Ага, скорее всего, с даблджампом. Он там не подбирал рокеты. Да, он не подобрал рокеты, сделал даблджамп хорошенький. Ну, такой стрейф, знаешь, средний. В принципе, почаще бы играть. Как-то работать над ошибками. Обязательно работайте над ошибками. А, вот у него как раз куча ракет, вот он их и завязал. Да. У него там их не отобрали. Финиш. Финиш. А, ну что ж, следующая демка от, от Zero 2.10, которая... 2.10, а, да-да, Zero Cool. Да, Zero Cool, посмотрим. Play. Быстрее на 3 секунды. Посмотрим, действительно, где у него. А вот он с Римычем играл в онлайне. Капкорп был там. Капкорп ему, наверное, помог в какой-то мере. Поэтому 3 секунды я выиграл. Прорез тоже в окошко. Да, прорез хорошо. Стрейф тоже такой чистенький достаточно. Пойдет на рампочку. На первую попал, на вторую попал. На третью не попал. Да, он перепрыгнул я. Ну там на все три сложно попасть. Здесь он не зацепил ту арку, как это было после гонки. Сохранил достаточно много скорости. Хотя подъем такой себе, если честно, смотри, получился. Но я думаю, это недостаток опыта в целом. Вот даблджамп залетал наверх. Даблджамп не получился, и да. Залетел почти на самый верх. Можно было, если получше, сделать даблджамп сразу к телепорту. Пролез в бирку быстрее. И здесь набирает намного больше скорости. Да, здесь, кстати, почти правильно направляет взгляд. Вот, вот она. Получилось. Но не вот это, да, это в онлайне, не брал рокет. Идет дальше. И попадает прямо под цикл, как ни странно. Бедный Энтер, не везло тебе, да? Ну да, там сложно, на самом деле. Дождался так и когда лестница подъедет. Достаточно неплохо подъехал. Даблджамп здесь не получился, здесь тоже не получился, а здесь получился. Третий. Почему-то через левую сторону, а потом направо. Там расстояние, что ли, не хватает, чтобы допрыгнуть. Вроде хватает. Почему бы направо и потом направо развернуть? Использовал джампад. Споткнулся на ступеньке. Да, ну что-то, ну косяк, как-то косяк на косяке, но тем не менее для игроков данного калибра, скорости потерял. Да. Для данного уровня, мне кажется, главное такую карту пройти хотя бы раза 2-3, а в целом как бы остальное не так уж и важно. Но он прошел и поставил, получается, топ 4. И он молодец. Я не знаю, что бывает. Дальше. Мякий Пуз, Россия, 2.13.
А, нет, мы его смотрели. Это Зерок. Да. Дальше у нас Беларусь. ZQN. Беларусь молодечно. Посмотрим. Play. Молодечно. Кстати, он написал в комментариях в группе Дефраг. В группе Дефраг ВКонтакте. Кстати, все туда подписывайтесь, кто еще не подписан. Он написал туда, что это село. Мы тогда с тобой устроили Да. небольшой опросник, что же это. Он написал нам. Ну, он село как городских рвет. Ты посмотри. Так, попал на первую рампу, на вторую попал. Прикольно. Да, но скорости уже даже более По чем прыжкам, в достаточно. принципе, нормально. Без даблджампа, но пришлось ему тормозить, потому что немножко не летал. Залез очень даже быстренько. Вау, 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 буст. Буст. Буст получился. А второй? Не? На второй не. Получился теледжамп. И сразу Даблджамп, да, сразу наверх залетел. так, брал гранату. Но это минус сразу. В принципе, достаточно быстро попал в эту дырочку. Да, прыгал, в но принципе, набирал неплохо. скорость, да, но набирал скорость недостаточно быстро. В принципе. Вылетел наверх. В принципе, неплохо. Залез. Не брал рокет патроны да, для него. залез с дабл Попал джампа в цикл. очень класс. Попал в цикл и Да, достаточно классно, быстро да, прыгает быстро лестницу. очень пропрыгивал. Во-во, и тут не затупил меня. Ну Да. слушай, ну это вообще топ. А вот тут уже что-то не то мутится. Да, взял патроны для плазмы. Как-то Потом немножко. брал, бежал за плазмой. Мне Да. кажется, это медленнее, чем просто с трейфом по кругу отходить. Ну, медленнее, конечно. Но ты показывал самый быстрый путь там, в принципе. Не использовал джемпад. В целом, пока все очень даже хорошо. Не учитывая промаха с дорожкой, вот в той комнате, где плазма, значит, все отлично. Не очень много набрал скорости, срок это всего лишь 200 он ему дал, но тем не менее, сделал Финиш. Да. топ-3, открывает тройку лидеров, тройку игроков, как говорил Якубович. А дальше топ какой там? Два. Топ-2. Ю Дмитрий, Россия, Урай. Посмотрим. Плей. Ю Дмитрий больше всех порадовал, наверное. И порадует сейчас своей демкой, четкостью своих движений. Тутти-фрути. Опа, делал даблджамп. Да, причем сразу наверх запрыгнул. Стрейф очень четкий. Уже шарит по снаппингу. Возвращался назад без окна. Что, скорее всего, даже в некоторых случаях будет выгоднее. Набирает Да. очень много скорости. Использует вторую рампу. На третью прилетел немножко, но ладно. Попал на выступ. Не получился первый буст, а получился второй. Дабл джампа залетал как надо. Здесь дабл джампа тоже сразу для телепорта. Получилось. О, как быстро он Да, набирает очень прыгает. много скорости. Ай, немножко Зацепился, да. зацепился, да. Делал вот дабл Сразу джампом. дабл джампа запрыгнул наверх. Ну как бы разница между прошлыми демками прям на лицо. О, и в цикл попал. Да, и дистурку. Ой, как лестница. Ай, чуть-чуть. Зацепился, конечно. Какой Масса прыжков. молодец, и Дмитрий. Димон, ты просто Молодец. красавчик. Но... Да. Брал патроны. О! О, почти получилось. Офигеть, ты видел это? Да. Жесть. Слушай, Димон, ты прям красавчик, я тебе говорю. Продолжай в том же духе, это мне нравится. У Очень меня хорошо ощущение, что заплавлено. обычным стрейфом было бы быстрее. Быстрее, быстрее, конечно. С трейфом ты там делаешь два прыжка, получается, и все. Их не легко. Нет, я имею в виду через правую, там вокруг прыгнуть А. и залететь. Не Тоже не подбирая очень ни хороший плазму, рокет. ничего, забыл джампа там. Да, Но с и с трейфом убрал стрейфом 500, да. финиш. И просит он айскрин. И пляж, бич. Пляж.
Что ж. Что ж, посмотрим демку обычного роута, которая не вошла в топ, которая просто прилагается как подарочный. Как подарочная. Ну и посмотрим. Плей. То есть я проходил сначала вот этой дорожкой в онлайне, потом уже в офлайне еще играл эту карту. Да, решил, что ноклипом пользоваться не стыдно. И прошел за минуту. Вот, здесь, в принципе, я проскакивал в окошко с сохранением скорости. Ну, я не знаю, я долго пытался, потом у меня начало получаться все-таки. Попал на все, практически все на две рампы, на которые нужно. Получился нормальный даблджамп с плазмоджампом. Вылет нормально получился с бустом. Даблджампа сразу взял телепорт. Что тут еще сказать? Ну все чисто. Сразу летал наверх. Ну правда тут... А, нет, ну нормально, нормально набирал скорость. В этом туннельчике сразу упал. И даблджампом. А, нет, рокетджампом, да, обычно? Да, просто... Ой, рокетджамп, ну, обычный. Здесь я брал рокет. Патроны для рокета, чтобы в конце их завязать. Попал сразу на цикл очень хорошо. Пропрыгал тоже неплохо по лестнице. Не очень хорошо, вот я два раза споткнулся. Но, в принципе, без затупов. Ну, как бы, это, я бы сказал, идеально. Да, разворот у меня неплохо получился вот здесь вот с дабл, ну, с этим, с рампочкой. Угу. Ну, очень классно. Вот, немножко прошел полсекунды до джампада, но это, в принципе, не так страшно. Да, ну и тут. Да. Вот, здесь использую три ракеты. До финиша добрался. 1.38 вот. И 16. Быстро пройдено? Вроде быстро. Быстро? Вроде да, быстро. Демка. Ну что-то не хватает. Да, на 20 секунд быстрее. Давай посмотрим. Плей. 1.07 на 31 секунду. Enter срезал. 20, блин, вот. На 30, да. 31. Вот я здесь специально ждал 4 прыжка, чтобы попасть в цикл этой лестницы очень страшной. Потому что я, да, очень много мучился с ней, и то не до конца попадал, если даже в начале ждал какое-то время. Вот я здесь попал на две рампы. В принципе, отлично у меня получилось пройти. Даблджамп получился, вылет. И здесь у нас идет раз, два, три, четыре, пять. Пять бустов подряд, и еще да. Даблджамп на этой елочке, мы залетаем наверх. Ну читы, да. Ой, читы, Enter, ой, как лестницу прошел. Ну здесь немножко, ой, потерял. Ничего да. Страшного, не волнуйся, все хорошо. И этот даблджамп еще вышел. Здесь ХП у меня осталось. Ну, немножко да. Споткнулся, но... Немножко запорол, ну получается из минуты надо выходить. По-любому. Какой, сам да? Выходи. Нет? Один хп! Класс! Вообще! Вот ты красавчик! Финиш! О, у меня прям тут, я не знаю, что сейчас у меня случится. Просто хорош! Что сказать, заслуженный топ-1 России. Хочу передать Сайрексу, с которым мы вместе проходили эту карту, который тоже играл, но, к сожалению, не отослал демки. Я вот не знаю, показать его демку, нет. Потому что он, у него тоже очень-очень хорошее прохождение. Он мне, кстати, нашел роуты. То есть это не только моя заслуга. Вот. Ну и вообще. Ну и вообще большой ему привет. Да-да-да. Почему демки не отсылаешь? Присылай. Присылай демки. Да. Так, ну что ж, все демки мы посмотрели, карту посмотрели. Нужно свичнуться в браузер. Mm-hmm. Браузер. Браузер. Вот он, браузер. И тут главных два события, по идее. Это старт 184-го следующего варкапа. И анонс о том, что будет великое событие. Ник Саммер Кап 2017. Уже второй.
Спустя год будет на этот раз три карты, а не пять, и все три карты делал Ник, я так понимаю. Ну да, Ник делал все карты. На прошлом, да, там Солянка вроде была, ITM делал, там да, это еще кто-то, еще. Так, ну что, заходите на Десерокру, здесь есть, в общем, вот они результаты, демки можно скачать, посмотреть, прокомментировать, если кому что-то понравилось. На Ютубе, на том же канале, где вы сейчас смотрите, можно прокомментировать все это. Вот, что ж, присылайте демки, ждем ваших результатов. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там очень бывает много полезной информации выкладывают. Да и если у вас какие-то вопросы, там можно всегда спросить, стена для всех открыта. Да. Ну что, всем удачи тогда. Всем спасибо, всем пока.